что делать? Давай побазарим. Добрый вечер, да, Юрич, наконец-то вас выловил. Сегодня в соцсетях заметил, было предварительное взвешивание. Расскажите, как все прошло, как все проходит, все ли на месте? Всем привет, InfoG 15 Battlefield, он уже завтра. И да, взвешивание уже прошло, официальная часть осталась, шоу, которое начнется ровно через час. Что касаемо взвешивания, только один боец не вписался в весовую категорию на данный момент. Это боец из Афганистана, но мы с афганцами уже привыкли работать. В этот раз вместо 4 перевеса килограмм было всего лишь 2, поэтому я особо даже не переживал. Соперник все равно согласился драться, мы афганца штрафовали. Не взвешивались еще бойцы из Ирака, так как они прилетели чуть ли там не последним рейсом и будут буквально, вот, наверное, через минут 30-40 мы будем их уже взвешивать. Не знаю, будут проблемы, не будут. И француженка, но француженка уже снимала видео, что она вроде как в весе, поэтому осталось только здесь зафиксировать вес и теоретически все. То есть вроде пока что без проблем. Ну и завтра, надеюсь, тоже. А будет ли какая-то фишка в этом 15-м FG? Ну, прекрасно знаешь. Да, будет. Будет бой одного популярного российского блогера. Вы, наверное, практически все его знаете. Это Корней Тарасов. И обычный пацан, который работает кузнецом, говорит, что имеет 5-й разряд, что очень хорошо на тракторном заводе. Обычный пацан против рэп. Поп, как это правильно сказать, блогер звезды. Противостояние, они не профессиональные бойцы, они просто пацаны, которые сначала покажут свой стайл, а потом будут драться. Кто-то будет выходить с молотом в клетку, а кто-то будет читать свой рэп. Ну, впрочем, должно получиться интересно. Честно, я и наша организация делает такое впервые. Честно, знаете, наверное, получится либо очень хорошо, либо очень плохо. Клубная символика, если ни черта нет, значит, выходите полуголый. Никто ни в каких свитерах, джинсах не выходит, кроме него. Он выходит как хочет. То же самое кузнец. Он выйдет как захочет. Добро пожаловать на турнир по смешанным единоборствам New Fighting Generation. Дорогие зрители, любители смешанных единоборств и те, кто просто здесь проходят мимо, поверьте, вам стоит остановиться, потому что прямо сейчас пройдет официальная процедура взвешивания перед завтрашним турниром InfoG 15 Battlefield. Если кто-то не знает, что такое InfoG, это бойцовское шоу профессиональных боев. Завтра в Prime Hall 18.00 вас ждет 10 профессиональных поединков, 2 женских боя, бой за пояс в категории до 61 килограмма и супербой популярного российского блогера против обычного пацана с тракторного завода. Это все будет завтра, а сегодня, прямо сейчас, лицом к лицу встретятся бойцы. Они еще не видели друг друга. Голодные, злые. Проходим процедуру взвешивания под ваши аплодисменты, дамы и господа. Мы начинаем.
супербой. Это не профессиональные бойцы. Один гангстер из России, а второй кузнец с тракторного завода. Тебя приветствовать в Республике Беларусь. Ты приехал уже не в первый раз. Говорят, не только с боями, но и с концертами. Твое погоняло цепной пес. Что будем делать? Рвать соперника? Как побеждать? Это непростой пацан. Он с завода. Ты знаешь, что такое тракторный завод? Ты знаешь, что такое в Минске тракторный завод? Да это братан, я сам с рабочей секты. Я сам с улицы стройки. Вырос на улицу. И не все равно, будь это завод, либо будь это хлебозавод. Я цепной пес. Псы охраняют эти заводы, понимаешь? Только благодаря псам не могут пройти люди на завод. Я там пес, и я буду решать, чей это завод. Вот и все. Давай немного повангуем. Какой раунд? Как побеждаем? Мы знаем, как побеждать. Ха! И вот, я вижу, ты прямо со смены. Но ты не устаешь. Поработал и сразу на бой. Ты сказал, что вырубишь его в первом раунде. Так и будет, или что-то будет по-другому? Будет, а ну покажу, что такое будет. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Это супербой российского гангстера против кузнеца с тракторного завода. Давай расскажем людям, потому что это не просто бой. Если вы не знали, а вы точно не знали, Вадим участвует в благотворительной акции. Сейчас он поделится всей информацией. Я надеюсь, что вы все ее поддержите. Всем привет. Да, для меня это не просто бой. На этот бой я выхожу в поддержку маленькой девочки, у которой очень серьезное заболевание. Я надеюсь, все поддержат меня, ее, и мы сможем вместе ей помочь. Поэтому присоединяйтесь. И лично для меня... ММА – это не просто вышел, подрался, ушел, заработал деньги или еще что-то. Это что-то большее, благодаря чему можно сделать мир добрее, лучше. Поэтому давайте все вместе. Дамы и господа, мы увидимся с вами завтра. И я напоминаю, завтра в Prime Call Arena 18:00 вас ждет NFG-15 Battlefield. Русские гангстеры, кузнецы, благотворительность, женские бои. И все это на одном турнире. Увидимся все с вами завтра. Всем пока!